Встает туман над рекою. Восход. И очередная рыбалка. Сегодня с сыном мы придумали хитрое дело. Я, конечно, сам бы никогда так не поплыл, но ради сына. В общем, мы сегодня на моторной лодке будем ловить красноперку. Взяли с собой две удочки с водоналивными поплавками. Вчера с большим трудом наловили немножко кузнечиков. Ну и, собственно, попробуем. Обещали сегодня пасмурную погоду. Завтра похолодание, поэтому решили все-таки успеть. Все готово и в путь. А что ты удочку уже собирай? Я даже заводить не буду. Мою, подай и все. Хер их заводить. Мы сейчас будем идти вот так, сплавом вниз. Якорь я не взял. И будем бросать под кувшинку. Конечно, лучше где-то якориться. Они поспешили, придется вернуться. Плохой знак, но надо вернуться. Куда? В машину. Крючки не взяли. А вдруг сейчас крючок оборвется? Представляешь? И придется вывести. Наша задача — поймать красноперого. Утро. Вот водички себе добавь. Я говорю, водички добавь себе. Да. Можешь в рот набрать, прям туда задуть. Неизвестно, как эта погода повлияет. Ну, это голубиное место. Вот, друзья, первый голублик. Да, в прошлый раз я только забрасывал уже сразу. Хреначе. Не по-детски. Да, давай. Ну вот, сын, и твоя первая красноперка крупная. Красавчик. Тащил? Ну, я имею в виду, была поклевка или ты вытаскивал? Я вытаскивал. А, ну вот, как я в прошлый раз вытаскиваю, она сходу догоняет.
это взял возле травы. Да, видишь, вода выливается. Блин. Плохо. Вот она. Я даже не понял, пшено клюнуло. Тащу. Думаю, то ли зацепилась, то ли рыба. Почему кузнечику съел? Не сомневался, что он там будет. Ого! Ох, как на тоненького поймал сегодня. Ой, да? Да. Но не губы крепкие. Не знаю, ну поймалась. Поймалась. Не клевала. Не, ну а красноперку ее ж не обязательно, что она прям вот ты тащишь ее. То есть она хищница, ты будешь тащить, она просто может гнаться. Ух ты. Я ж тебе говорил. Над водой не снимай. Конечно, сильно. Палец. Берешь вот так палец в рот. Угу, тут кузнечик. А, вот тут я лаю. Видишь, трава. Видно тут. Да не то, что нормально, классно. Леш, ты прям выделывайся нормально. Зацепил. Как раз возле куста, вот этого, подплыву к кусту, вон к там, и поклевал. Вот она, красотуня, кузнечик я смела. Что, пойдем ниже? Что-то не хочет. Вот, я говорил, в прошлый раз я тут долбила все. Думаю, что это погода, вот это давление, что упало. А что еще может быть? В принципе, такое же солнце, все то же самое, единственное. Давление упало только сильно. О, сейчас резко поднялось. Да я даже камеру включил, потому что не знал, что она клюнет там. Я был уверен. Если на таких местах не будет клюнуть. Ух ты, красота.
Не, меня не хватает. Хорош. Это хорош. Та, которая нужна. Угу. Куртку. Ты больше меня поймал. А? Или больше меня навалился? Ну, да. Вот, когда? Затащила. За спину. Занимаюсь. Ну, хоть пошли по клевочке. Подтяни фрикцион, Алексей. Ух ты. Да, ничего себе. Какие красноперища. Да. Так вот, набери, я сейчас это свое соберу. Я навалился. Ну, блин, видишь, как в этих зарослях крокодилы стоят. Кандивы. Хороший. Аккуратно. Аккуратно. Да. Молодец. Не, красноперыще. Ох, какая. Красотка. Да. Сказал тебе, не держи над этим, над водой рыбу. Вот сейчас она сорвалась и повезло. Выбросом. Сам сможешь? Смотри, ты так резко не это. Эх. Да так не форсируй. Ты так не вытянешь. Тихонечко руками надо. Дай, дай. Зашел. Ну вот. Хорошая рыба была. Не умеешь ты выдирать. Ну кидай еще одного кузнеца. Прям у тебя с плеском. С выбросом. Ну это головля. Причем хороший. Вон на берег вылезь и поймай. Где? На берег, говорю, вылезь и поймай. Кузнечик, что сейчас? Две секунды, глянь. Они журят, прям жудят.
на суперголовле. Ого! Вот это и попугается. Да не, блядь, выпугается до смерти. Снайперочка. Снайпер. Смотри, гонит, смотри, гонит. Окунь, окунь гонится. Крупный, да. Крупный окунь гонится. Вон там прям за ней. Папка тоже магиет. Красноперок. Головы. Дай кузнечик. Кузнечика сажу. Ох, ёпта, выпрыгнул. В общем, друзья, заканчиваем рыбалку. Сегодня мы с сыном рыбки, конечно, наловили. Не сказать, что мало. Крупные красноперки, в основном сын. У меня удочка сломалась. Вот, друзья, такие красноперищи. Сынуля ловил. Ну, конечно, поменьше в количестве, но так в качестве неплохо. Но скажу вам, вот давление упало резко, и все. И красноперка сегодня очень-очень привередливая. То есть поклевки неохотные, приходится много бросать. И в основном вот таких тяжелых местах, где большие заросли, вот там она еще брала. А так вот, конечно, не как на прошлой рыбалке, но тем не менее, за старание палец вверх. Подписываемся на мой канал. Всем не хвоста, ничего, и до встречи на воде.